Всем привет! Это я, пес Алтай. Нет-нет, говорить я не умею. Это все мой чудесный ошейник. Он помогает мне перевести с собаческого на человеческий одно важное сообщение. Если вы хотите помочь проекту, заходите на сайт дети.радиовера.ру и нажмите на кнопку «Помочь проекту». Радио «Вера» и журнал «Фома» представляют. Мученики севастийские. Вопросов недетских скопилось очень много у Верочки и у Фомы. Ответить непросто, заглянем по-соседски знакомому доктору мы. О тайном, о вечном, о личном и сердечном, о жизни, о вере, о мире бесконечном мы спросим опять и опять. О ближнем, о давнем, о главном и неглавном, за чаем с вареньем беседовать так славно, и истину вместе искать, и истину вместе искать. Здравствуйте, мои дорогие. Алтай, поздоровайся с ребятами. Алтай, моя овчарка, мой верный товарищ. А я дядя Миша, Михаил Гаврилович, по профессии детский хирург, сейчас на пенсии. Мои соседи, Вера и Фома, заглядывают к нам с Алтаем в гости попить чайку с вареньем и поговорить о том, о сём. Вопросов у них всегда целая куча. Вместе ищем ответы и учимся друг у друга. А еще иногда с помощью Алтая мы путешествуем. Сегодня ребята как раз обещали зайти. А, да-да, иду, открываю. Ну здорово, здорово, ты мой лохматый. Ну дай войти. Михаил Гаврилович, это мы, здрасте. Здравствуйте, дядя Миша. Алтаюшка, спасибо. Уже и тапки мне принес. Чем-то вкусным пахнет, печеным. Привет, привет, мои хорошие. Раздевайтесь, мойте руки. А я сейчас из духовки достану жаворонков. Как это? Как это жаворонков? Птичек? Вер, ну ты что, не чувствуешь, что ли? Булочками же пахнет, а никакими не птичками. Доктор просто пошутил. Ничего не пошутил. Вот сами полюбуйтесь. Противень вам с пылу с жару показываю. А-а-а, так это булочки-жаворонки. Ух ты, с крылышками, с клювиками. А, я понял. Это полоски теста, завязанные узлом. А вместо глаз изюминки. Ну вы, Михаил Гаврилович, выдумщик, здорово. Я? Ну, ты решил, что это я сам придумал? Да. Нет, Фома, жаворонков испокон века в России пекут на праздник 40 мучеников севастийских. Ух ты. Лакомство для детей постное, но сладкое и вкусное. Ну вы прямо у нас самый кулинарный кулинар. А варенье-то будет? Вера, имей совесть, а. Да ладно, ладно, Фома. Есть и варенье. Грушевое пойдет? Пойдет. А что за праздник, вы сказали? 40 кого? Расскажу чуть позже. А пока усаживайтесь, подставляйте чашки. Мне вон того, пожалуйста, жаворонка с толстым хвостиком. Сейчас я его... Вкуснятина! Михаил Гаврилович, а почему жаворонки, а не кукушки какие-нибудь, например? Ну или дятлы? Ну, потому что считалось, что на сороке жаворонки приносят весну. Птичек из теста родители давали детям. Пекли жаворонков и в храмах, тоже для детей. А дети что с ними делали? Просто ели? Нет, ребятишки выносили жаворонков на улицу, поднимали на ладони к небу и говорили: «Чуиль-виль, чуиль-виль! Жаворонушки, перепелочки, прилетите к нам, принесите нам весну красную и лето теплое». Ну а уж потом съедали. Чувиль-виль, чувиль-виль, чувиль-виль. Алтай, что такое? Он поводок принес и ошейник. И сам в ошейник морду засовывает. А поводок кладет вам на колено. И еще носом подвигает. Да,
Подожди, Алтай, мы вроде никуда пока еще не собирались. А, это вы не собирались, а он уже сразу что-то хочет нам показать, да, Алтайка? И зовет в путешествие, молодец. Ну, я не знаю, это хоть недолго? Ну, хорошо, если ты настаиваешь. Тогда встали рядом, взялись за поводок, закрываем глаза. Вечер. Мы в комнате в каком-то доме. А какое это время? Ну, похоже на конец 19 века. Дом такой не крестьянский явно. Дворянский, наверное, но бедный. За столом сидят дети. Раз, два, три, шестеро. Четыре мальчика и две девочки. Их мама. Она что-то рассказывает. В комнате лампа горит хорошо. Ой-ой, а у ребят тоже жаворонки в руках. Такие же почти, как у дяди Миши. Младший мальчик так внимательно слушает маму. А у него как будто слезки на глазах. А что она им читает? Житие 40 мучеников севастийских. На христианские праздники так было принято. Что принято? Читать вслух жития. Слышите? И уговаривала его мать, не бояться, терпеть и держаться до конца. Иди, сын, в добрый путь со сверстниками и с товарищами. Не отставай от сего лика. Не позже других явись к владыке. Дядя Миша, а что это были за дети? И что за житие им мама читала? Куда мы перемещались-то, Алтай? И зачем ты нас туда перемещал вообще? Я тоже не совсем понял. Возможно, Алтай хотел нам показать, как отмечали сороки в старину. А может быть, мы поймем, где мы только что были чуть позже. Ну а пока давайте-ка еще чайку выпьем. Ой, мне и с вареньем. А вы пока делитесь, какие у вас новости? Новостей много. Я позавчера на катке расшибла коленку. Так каталась хорошо, а потом сразу шлеп и упала. И так больно, и холодно было. Тоже мне новость. Уже пора и забыть про свою коленку. Можно и потерпеть иногда. Вот у меня новость совсем другое дело. Нам недавно на классном часе рассказывали про одного героя. Он вообще ни боли не боялся и ни холода. Ничего. Ну так то герой. А ты, может быть, тоже героиня, только еще сама этого не знаешь. А что за герой, Фома? Ну, вообще-то он был генерал и попал в плен к фашистам. Так, а это не Дмитрий Михайлович Карбышев, а, случайно? Да, откуда вы знаете? Ну, знаю о нем еще со школьных лет. Это действительно человек огромного мужества. И в войну таких было немного. Вот, немного. А ты, Фома, говори, чтобы я такая же была. Не каждый взрослый мужчина смог бы выдержать то, что перенес в плену генерал Карбышев. Да, я чувствую, разговор у нас сегодня будет серьезный и взрослый. А я даже не слышала ничего про этого генерала. Ему памятники стоят во многих городах, и улицы его именем называют. Потому что у него вся жизнь была подвигом. По рождению дворянин, из православной семьи, потомственный военный. В 12 лет остался без отца. Учился на военного строителя, инженера, воевал. А потом попал в плен? Вер, в плен — это уже в Великую Отечественную войну. Да, к этому времени Дмитрию Михайловичу исполнилось уже 60 лет. А там знаешь, чего было с ним? Много всякого. А вот Алтай правильно подсказывает. Мы сейчас это посмотрим, да, доктор? Ну хорошо, можно попробовать. Кабинет. О, фашисты! В форме! Я боюсь. Не бойся, они нас все равно не видят. И потом тут вроде не воюют, а так. Контора какая-то. Канцелярия, что ли. А фашисты такие важные. И форма у них как в кино про войну. Офицерская. В углу женщина за печатной машинкой. А за дверью дежурит солдат с автоматом. Они ждут кого-то. О! Ведут арестованного в полосатой одежде. Худой такой, старый, а взгляд смелый. Это и есть Карбышев.
Нам показывали его фотографию. Только он здесь такой измученный. Еще бы. 3 недели в одиночной камере, а до того в лагерях военнопленных, в концлагерях. Пережил и болезни, и голод, и побои. С генерала сняли наручники. Папку какую-то достали. Разворачивают чертежи. Дядя Миша, а чего они от Карбышева хотят? Они сейчас как раз ничего не хотят. Они предлагают из лагеря его освободить. Если захочет, переселить на частную квартиру. Денег дать сколько нужно. Открыть доступ во все библиотеки Германии. Ну да, соблазнительно так. А чего это они так вдруг раздобрились? Для вас, говорят, любые материалы в области военно-инженерного дела. Тему выбирайте сами. Хотите свою лабораторию, сколько угодно помощников. В общем, все, что хочешь, говорят, дадим и позволим. Только работать. На них, что ли, работать? Ха, хитренькие какие. А он им что на это? Я совестью и родиной не торгую. Вот так-то, поняли? Молодец! О, они не унимаются, эти фашисты. Один в коридор выглянул и позвал кого-то. В комнату входит человек, но уже не в форме, а в костюме. О, смотрите, Карбышев его увидел и как будто узнал. Даже обрадовался, вон как глаза сверкнули. А потом опять стал серьезным. А он его откуда знает? Фашистские офицеры позвали немецкого профессора Гейнца Раубенгеймера, известного инженера, ученого, труды которого Карбышев очень ценил и с которым до войны несколько раз встречался. Это его коллега. А, вот они что задумали. Вы типа будете работать на нас не просто так, а со своими старыми друзьями, да? А дядя Валера все равно бы не согласился. Да при чем тут дядя Валера-то? Ну он же ученый тоже, Фом. Ну не инженер, правда, а астрофизик. Но он тоже говорил, что им там финансирования не хватает на исследования. А каждому ученому это важно. И чтобы рядом были эти коллеги. Но тут-то же враги. Конечно бы не согласился. А Карбышев тем более еще не просто ученый, а генерал. Да, он присягу давал. Смотрите, генерал наш слушал, слушал, а потом резко так встал и головой махнул, нет. А немецкий инженер встал, поклонился и выходит из кабинета. Только на Карбышева внимательно посмотрел. Такими глазами. Да, он понял, что фашисты, его коллеги, этого не простят. Алтай, давай домой возвращаться. Дядя Миша, а чего это они перед ним так прыгали-то? Фашисты перед Карбышевым. Он чего-то особенное умел делать. Вер, да ты что? Он столько всего знал про военные укрепления. Он даже Брестскую крепость строил. Ну, только не строил, а реконструировал. Укреплял форты в 1911 году. И уже тогда говорил, Брест-Литовск еще послужит родине. Вот увидите. Прям как предчувствовал. Генерал Карбышев был доктором наук, преподавателем академии, крупнейшим специалистом в мире по строительству фортификационных сооружений. Чего? Вот тебе по слогам прям нужно. Фортификационных. Это значит всяких военных крепостей. Так я не поняла, он крепости строил или воевал? И то, и другое. Был героем русско-японской войны, потом Первой мировой, участвовал в Брусиловском прорыве. О, этот прорыв тоже в школе изучают. Правильно, совершал настоящие подвиги, выводил товарищей из окружения. Много раз был награжден, имел 5 орденов, а после революции стал служить в Красной армии. И строить крепости? Да, помогать сооружать укрепления, наводить переправы, обеспечивать связь. И у него, между прочим, здорово получилось. Брестскую крепость фашисты не могли захватить несколько месяцев. Я фильм про это видел. А представляешь, Фома, в лагере для военнопленных Дмитрий Михайлович встретился с человеком, который целый месяц возглавлял оборону Брестской крепости, с майором Петром Гавриловым. Вот это да! Ха-ха. Один крепость строил, другой защищал, а потом встретились. Ха. И оба сами были как крепости.
тоже такие же стойкие и смелые. Да, майор Гаврилов в немецком плену выжил. После освобождения еще служил в советской армии. И когда о подвиге Бреста узнала вся страна, Гаврилову присвоили звание Героя Советского Союза. А Карбышеву? А Дмитрий Михайлович Карбышев оставался в немецком плену 4 года. 4? Да, его то и дело переводили из одного лагеря в другой. В одних лагерях били и морили голодом, а в других наоборот, создавали хорошие условия, пытались переманить на свою сторону. Но он не соглашался. Мало того, других пленных призывал бороться и не работать на врага. Фашисты на него целую пачку документов накопили. Неблагонадежный. Я вспомнила, на кого он похож. На первых христиан. Но их тоже же преследовали за веру и мучили по-всякому. А они все равно оставались христианами. Оставался христианином и генерал Карбышев. А он что, был верующим? Да нет, советский генерал, ты что, им же нельзя было... Ну он же из православной семьи, дядя Миша говорил. Да, был верующим, ты права. И всегда брал с собой икону Христа, которую ему дала мама. Кроме того, до войны был консультантом ученого совета по реставрационным работам в Троице-Сергиевой лавре. Вот это да! Еще и храмы успевал восстанавливать, и лавру. Я не знал, про это в школе не говорили. В коммунистическую партию Карбышев вступил только в конце 1940 года, после того, как стало меняться отношение к православной вере со стороны правительства. Про это нам в школе тоже не говорили. Об этом мало кто знает. Так что для Дмитрия Карбышева, как для христианина, служение Родине было и религиозным подвигом. Доктор, но вы про главный-то подвиг еще не рассказали? Только я не уверен, надо ли. А чего? 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 А почему не надо? Ну, там, понимаешь, тебе, может быть, не очень все это будет слушать. Чего это не очень? Опять, что ли, потому что я маленькая? Алтай, ну чего они не хотят мне рассказывать? Я хочу узнать про главный подвиг. Ладно, Вера, ты храбрая девочка. Будь стойкой. Фома, поддерживай сестру. Хорошо, доктор. В феврале 1945 года в концлагере, где находился генерал Карбышев, произошел бунт. А пленные взбунтовались, потому что были очень тяжелые условия. И фашисты тогда собрали всех, кто участвовал в восстании. Собрали? Велели раздеться, вывели на мороз. И стали поливать холодной водой. На морозе? Да, представляешь? Да как же так можно? А Карбышев? И он тоже там был. И до последнего держался. Даже еще поддерживал товарищей. А потом? А потом погиб. Вместе с ними. Ну как же это? И уговаривала его мать не бояться, терпеть и держаться до конца. Доктор, а тот мальчик, который маму так слушал, помните? Нам его еще Алтай в самом начале показал. Это что, значит, и был Карбышев в детстве, да? Да. А мама? Ну вот про то, что она тогда детям читала. Ну, в возможной реальности. Она читала им житие 40 мучеников всевастийских. И он, может быть, о них вспомнил перед гибелью. Конечно. Карбышев, как православный человек, помнил о страданиях Христа и многих святых. Возможно, вспомнил он и о севастийских мучениках. А еще иконка у него была, вы говорили, благословение мамы. Он, наверное, и про нее вспомнил, да? Наверное. И это тоже его укрепляло во время казни. А что там было? Ну, в этом житии севастийских мучеников. Там, Вера, как я уже говорил, была похожая история. Как у Карбышева? Да, она произошла давно, еще в 4 веке нашей эры. Если вы хотите, то мы можем отправиться туда. Вер, ты как? Нормально. Точно? Может, чай еще глотнешь? Алтайка, ко мне. А вы чего? Вставайте рядом. Ну, сестренка, если так, уважаю. Беремся за поводок. Ух ты!
Войско? Ну не прям войско, а отряд какой-то, да, доктор? Человек 50. 40. 40, точно. Выстроились, и командир перед ними. А где это мы, доктор? Мы в армянском городе Севасти в 320 году. А перед нами военачальник Агриколай и его храбрая дружина из 40 воинов каппадокийцев. Чего это кто? Каппадокия, или в современном произношении Каппадокия, это местность на территории современной Турции. Видно, что они такие прям настоящие воины. Хоть и молодые, но не новобранцы, а опытные. Воевали уже, сильные такие, загорелые. У некоторых даже шрамы, а у этого седина в волосах. Да, дружина побеждала во многих сражениях, показывала настоящие чудеса храбрости. А что им командир говорит? Говорит, чтобы все они завтра утром принесли жертвы языческим богам. Языческим? А воины нахмурились и переглядываются. Видно, что этот приказ им совсем не нравится. Так они, наверное, потому что христиане, да? Чего им кому-то жертвы приносить? Да, они христиане. Возмущаются, а командир на них кричит, даже ногой топнул. Доктор, вы сказали, что мы переместились в 320 год. Но вроде бы император Константин уже был. Разве христианство еще не разрешили? До сих пор преследуют, что ли? Фома, все верно. Константин Великий уже издал указ, по которому христианам разрешалось свободно исповедовать свою веру. Ну вот, я же помню. Но Севастия, куда мы переместились, расположена в той части империи, которая находилась под властью соправителя Константина, жестокого гонителя христиан Ликиния. Соправителя? Значит, он тоже правитель, только правит другой половиной страны. И этот Ликиний с христианами борется? Не просто борется. Он готовится к войне с Константином. И перед началом военных действий, боясь измены, Ликиний решил очистить свое войско от христиан. Ага, и поэтому солдатам велел принести языческую жертву, чтобы они себя выдали. Понятно. Или чтобы веру сменили. Из христиан стали язычниками. Только солдаты не хотят. Вон как возмущаются, кричат, мечами по щитам бьют. Агриколай что-то приказал своему помощнику. Он убежал. О, возвращается с другими воинами. Ух, сколько их! Окружают храбрую дружину, отбирают у солдат оружие. Куда-то их ведут. А куда? В тюрьму. Агриколай еще надеется, что его лучшие воины одумаются и выполнят все-таки приказ императора. Но они же не одумаются, ну, то есть не передумают. Сейчас посмотрим. Алтай, нам в тюрьму надо. Сидят все вместе, все 40 человек в одной камере. Ночью же ничего не видно почти. Алтай, осторожно. Они не просто так сидят, Фома. Они молятся. О, что это? Слышишь? Голос. Претерпевший же до конца спасется. Это значит, чтобы они не сдавались? Значит, Бог их слышит и поддерживает. Все удивились, повскакивали. О, смотрите, обнимаются, крестятся. А кто-то опять упал на колени и опять стал молиться. Теперь они точно не согласятся. Как бы их завтра не мучили, все равно не поддадутся, да? А их завтра и не будут мучить. Ну как же? Агриколай же сказал. Алтай, вперед! О, опять солдаты перед командиром. Только теперь уже не на плацу, а у него в комнате или где там, в зале. И он их уже не ругает. Наоборот, весь такой любезный, улыбается, смотрит ласково. Кажется, даже хвалит. О, он того по плечу похлопал. Вроде как по-дружески. А этого вообще обнимает. А теперь вышел вперед, выпятил грудь и начал речь говорить. Агриколай восхваляет мужество, молодость, силу и славу своих воинов. Обещает, если отречетесь от Христа, будет вам и честь, и почет от самого императора Ликиния. Ну да, ну да, что-то мне это напоминает. Командир сулит солдатам и деньги, и высокие чины.
Вы же еще молодые. У вас впереди может быть веселая, беззаботная жизнь, полная удовольствий. Угу. Жертву только принесите и веселитесь. Ага, как там было точно. Отдельная лаборатория, сколько хотите помощников. Сами тему выбираете. Мама, но здесь же про другой. Вер, да про то же самое, просто другими словами. И потом, неприлично тем, кто отличался доблестью в боях, умирать смертью преступников. В самые больные точки бьет. Ух. Солдаты головы опустили и молчат. И неужели же он их убедил? Не похоже. Смотри, один выходит вперед и головой качает. Нет. Он ведь говорит нет, правда, доктор? А то я на их языке не очень понимаю. А я понимаю. Он сказал, мы верой не торгуем. Да, примерно так. Воины отказываются выполнять приказ. А Агрикола этот прям рассвирепел. Запахнул плащ и велит, чтобы солдат отвели обратно в тюрьму. И сколько же солдатам там сидеть в тюрьме? Неделю. Они были там неделю, пока в Севастию не приехал знатный чиновник Лисий. Он устроил над воинами суд. О, судят. Связали их всех. Правильно, Алтай, и я так думаю. А этот Лисий, правда, на лиса чем-то похож. Теперь уже он у солдат спрашивает, почему они не хотят выполнять приказ. Ну да, понять не может. Мол, чего там делов-то? Принес жертву и свободен, а они упрямятся. Солдаты твердо отвечают: возьми не только наше воинское звание, но и жизни наши. Для нас нет ничего дороже Христа Бога. Лисий стражником махнул. Чего они тащат-то? Камни какие-то. Опять какую-то гадость задумали. Стражники выстроили связанных воинов, взяли камни и... Ай! Дядя Миша, они хотят этими булыжниками бросать воинов! Фу, фу, Алтай, фу! Дружище, ну ты тут ничем не поможешь. Вера, ты тоже отойди в сторону. Нет, за стражу прятаться не надо, вот сюда, в угол. И Лисий сам тоже взял большой камень и замахнулся. Вот таким каменюкой вообще можно убить. Кидает! И попал не воинов, а волк этого, в Агриколая. Перепугался, не понимает, как это у него получилось. И у других солдат тоже бросают в мучеников, а камни летят в своих. Мамочки! Получается, они кидаются друг в друга. О, булыжники как будто намагничены. Надо дяде Валере рассказать. Стражники совсем растерялись. Агриколай закрыл лицо платком. Да, и Лисий вон бледный стоит. Голову обхватил. Еще бы, он прикидывает. Мало ли, какая невидимая сила ограждает осужденных смутьянов. И от греха подальше велит отправить воинов опять в тюрьму. А это уже следующая ночь, да? Опять темно. Камера, солдаты молятся. Сейчас, наверное, снова услышат голос. Точно. Верующий в меня, если и умрет, оживет. Дерзайте и не страшитесь, ибо восприимите венцы нетленные. Воины молчат, понимают, о чем им Господь сказал. А я не поняла, про венцы не поняла. Вернемся ненадолго домой, обсудим. Алтай. А почему ненадолго, доктор? А потому что история о 40 воинах еще не закончена. И впереди самое драматичное. Но Алтаю нужно передохнуть, а нам подкрепиться и запастись теплыми вещами. Там что, будет холодно? Да, сейчас пойду чай согрею и новых жаворонков вам принесу. Фома, ну расскажи про венцы-то. Вер, венец – это венок. Победителей раньше награждали венками из этого... из лаврового листа. А почему венцы нетленные? Это я не знаю. Нетленные – это значит вечные. Лавровый венок со временем завянет, а венец от Господа – никогда. А, то есть венец нетленный – это как награда? Почет и слава, что ли? Фома, награда от Господа –
в небесном царстве. Они получат вечное блаженство в царстве, где все радуются, где все счастливы, где нет печали, боли и слез, нет страданий и смерти. В небесном царстве? Это значит, Бог уже знает, что солдаты погибнут? Бог, Верочка, знает все. На следующий день воинов снова вывели из тюрьмы. Суд и допрос перед Лисием повторился, но пленники опять остались непреклонны. Вот я не сомневался. И их тогда что? Это мы, наверное, сейчас и должны увидеть. Да. Вот теперь, ребята, я снова прошу вас собрать все свое мужество и всю свою волю. Чай допили? Угу, спасибо. Да. Тогда надевайте теплые куртки, шапки и варежки возьмите на всякий случай. Алтай, беремся за поводок, закрываем глаза. Ой, морозище какой! Зима! О, и опять ночь, точнее вечер поздний. А я думал, Армения теплая страна. Ага, теплая. У меня уже нос чуть не отморозился. Варежкой закрываю. Алтай, куда? Тут какой-то склон, а внизу лед. Алтай вниз побежал. Эй, осторожней там, темно же. Подождите, мы что ли на берегу? Там внизу речка? Или пруд. Алтай, возвращайся. Это озеро. Мы недалеко от Севастии. Стоп. Слышите? Какие-то голоса. О, факелы. Людей ведут. О, воинов. Воинов этих ведут, пленных. Ой, они же раздетые совсем. Мамочки, босиком по снегу в такой мороз, как тех в концлагере. А куда их? Выгоняют прямо на лед. Они дрожат, бедные, но друг друга подбадривают. Плохо видно, но, кажется, некоторые даже улыбаются. А другие молитвы шепчут. Стража выстраивается на берегу. Понятно, будут сторожить, чтобы пленники не разбежались. Ой, а ветер-то какой леденющий. Фома, ты не геройствуй, шарф завяжи и уши у шапки опусти, вот так. А эти охранники куда пошли? В какой-то домик на берегу. Вон из трубы повалил дым. Это баня. А-а-а, ну хоть баню сделали. А, ладно. Если воины совсем замерзнут, могут хоть сходить погреться, да? Да-то да, но... Вер, ты что, не понимаешь? Это они специально баню. Вроде того, что ты можешь выбирать. Хочешь стой, а не хочешь беги грейся, парься. Только тогда ты уже не христианин. Ну как же так можно? Да вообще фашисты просто. Бедные эти воины, они же посинели вон уже, дрожат. Может, к ним Алтая запустить, хоть он их погреет немножко. Фома, их же 40 человек. Я предупреждал, что вам нужно будет собрать всю свою волю. Давайте немного подождем. Ой, у меня пальцы стынут даже в варежках. Вон уже и месяц на небе закрыло тучами. Они, кажется, целую ночь уже стоят. И поют. Поют псалмы. Псалмы? А это что такое? Это духовные песнопения, прославляющие Бога. Ой, дядя Миша, а сколько сейчас времени? Ребята, это только кажется, что воины мучаются на льду очень долго. Сейчас всего лишь первый час ночи. Всего лишь. Побежал! Смотрите, один побежал к бане. Эх, не выдержал. Всех, выходит, предал. И товарищей, и Христа. Мама, ну можно же его понять. Ты бы сам выдержал? Не знаю. Они не такие, как я. Они очень верные. Кому? Ну кому? Богу. Вот генерал Карбышев за родину мучился и погиб. А эти воины за Христа. Да, это правда. Ради земного отечества люди готовы были страдать. А ради любви к Царю Небесному тем более. О, смотрите, что это с ним? С тем, который предал. Только вошел в баню и упал. Замертво. Это от резкого перепада температур, я знаю. Чего? Ну, мне дядя Валера рассказывал, что рискованно вот так после сильного холода сразу в тепло. Нужно постепенно. А может быть, его Бог наказал? Бог, Верочка, благ и любит людей. Человек сам себя наказывает, когда грешит и отворачивается от него. Вот это точно!
Значит, этот воин сам себя наказал. Дядя Миша, может, домой уже? Да, правда, доктор. Понятно же, что все они, герои эти, не доживут до утра. Не торопитесь, ребята. Не делайте поспешных выводов. Вы хотите сказать, что с этими воинами еще что-то случится до утра? Алтай, еще на пару часов вперед нас перенеси. Алтайка, ты куда нас перенес? Доктор, это точно то же место? Место-то тоже, а вот время... Совсем светло, утро наступило. Нет, не утро, третий час ночи. А откуда тогда свет? Ох, и как-то потеплело, или мне кажется? Нет, я даже шапку сниму. Не стоит, просто уши у шапки подними вверх. И шарф можешь развязать. Я тоже расстегну куртку, как будто весна. А что там на озере? Как воины? Ух ты! Лед! Смотрите, смотрите, лед под ними весь растаял. И воины оказались по пояс в воде. Алтайка опять побежал вниз. Осторожнее. Ну что, Алтай, теплая вода? Теплая. А как это? Был же лед. И если 40 человек на нем не провалились, значит, лед был толстым. А тут за 2 часа растаял. Не за 2 часа, а в 1 мгновение. Господь послал мученикам отраду. Посветлело, и вода в озере потеплела. И они все живы! Все воины! 40, то есть 39. А стражники-то дрыхнут и не видят ничего. Не все. Один по имени Аглаи не спит. О, точно! Стоит на берегу, смотрит на озеро и понять не может ничего, и поверить не может. Он видит, как с неба на воинов спускаются... Кто это? Сходят небесные силы. Ангелы. И над головой каждого мученика появляется такое круглое сияние, как венок. У всех, кроме того, который на пороге бани. Ух ты! Ты понимаешь, Вер, это они и есть. Кто? Ну, венцы, как и обещал Христос. Венцы? За то, что выдержали такое испытание. Аглая их взялся пересчитывать. А, ну да, он, наверное, пропустил момент, когда тот солдат побежал в баню. Нет, он это видел и понял, что бежавший воин не получил от Господа венца. Теперь Аглаи трясет за плечи других охранников, хочет разбудить. Растолкал, а они тоже понять ничего не могут. Засыпали, было темно и холодно, а теперь светло и озеро отмерзло. Эй, а что это делает Аглаи? Он что, с ума сошел? О, сбрасывает с себя одежду и кричит что-то. И я христианин. Смотрите, смотрите, он в воду побежал. Ничего себе, и молится. Господи Боже, я верую в Тебя, в Которого эти воины веруют. Присоедини меня к ним, да сподоблюсь пострадать с Твоими рабами. Сам, по своей воле, вот это да. И Бог его услышал? Да, у него тоже появляется над головой сияние. Венец! Их опять стало 40. О, вот это ночь! Да, Алтай, ты прав. Нам достаточно уже впечатлений. Пора домой. Ребята, придите в себя. Ну надо же, стоят как завороженные. Беритесь за поводок. Алтай, возвращаемся. Михаил Гаврилович, а чего мы вернулись-то? Мы же не увидели, что было дальше. Да, сколько они там еще стояли в этом озере? До самого утра стояли и молились. А на утро Лиси и его слуги пришли на берег и поняли, что все воины, кроме одного, живы. Да еще этот Аглаи, вместо того, чтобы мучеников охранять, сам стоит в воде и молится. Ага. А теплая баня пустая. Представляю, как Лисий удивился. Очень. И разозлился, что они еще живые. Приказал казнить героев. Сохранилось предание, что мама одного из самых юных воинов была при этом. Во время казни? Да, и уговаривала его не бояться, терпеть и держаться до конца. Иди, сын, в добрый путь со сверстниками и с товарищами. Не отставай от сего лика, не позже других явись ко владыке. Так вот откуда эти слова.
Надо же! Какая женщина! Это какую надо волю иметь! И веру! Согласен. Все 40 мучеников перешли в Царствие Небесное. Да, дядя Миша, не смотрите на меня так. Я держусь. Я не плачу. Я помню. Они встретились с Христом. Конечно, встретились. Какой все-таки грустный конец у этой истории. А я разве сказал, что это конец? А что, нет? Нет, потому что чудеса продолжались. Святые мощи 40 мучеников палачи сбросили в реку. Но Господь их сохранил. 3 дня прошло, и воины явились во сне севастийскому епископу Петру. А для чего? Просить, чтобы он похоронил их останки. А как похоронить, если они в реке? Вопрос правильный. Да, Алтай? Мы уже встаем, сейчас. Алтай, снова в зиму нас переносишь? Куртки, шапки еще на нас. Вперед! Слушайте, ну какая же она холодная, эта армянская зима. А мы не к озеру перенеслись, а к какой-то речке. Речка не замерзшая, вон как журчит. Луна так красиво освещает тут все, и изморозь блестит. Кто-то идет, слышите? Это епископ севастийский Петр и его помощники, священники. Они выходят к берегу, переглядываются. Не могут сообразить, что делать дальше. Как искать в реке мощи мучеников? Ну, в общем, правда непонятно. Может быть, сон был обычным, не вещим? Фом, вода! Смотри на реку! А что там в воде? О, светится! Помощники епископа заходят в воду, в ледяную, и вытаскивают. Это кости. И кости светятся прямо из-под воды. Да, даже самая их малая частица сияла в темноте. Священнослужители тайно собрали все останки и перенесли в подобающее место. Алтай, домой. Удивительная история. А что стало с останками этих мучеников? Частицы мощей 40 мучеников распространились по многим местам. Их память почитали и продолжают почитать по сей день. Доктор, а можно вопрос? Вот вы рассказывали, что генерал Карбышев был христианином. А он, значит, тоже мученик или нет? Ему Господь дал такой же сияющий венец, как севастийцам? Ой, мне бы очень этого хотелось. Ведь много же всяких воинов, святых, которые погибли за Родину, за своих близких, за Христа. Вот именно, что за Христа. А генерал Карбышев защищал страну, в которой церковь тогда вообще преследовали. Фома, Христос говорил, что нет больше той любви, как если кто положит душу свою за други своя, то есть за ближних. А генерал как раз положил душу за Родину, за всех нас. Многие святые отцы соглашаются, что православные воины, которые жертвуют своей жизнью, защищая свое отечество, будут удостоены от Господа мученических венцов. И хорошо. Я вот тоже надеюсь, что генерал Карбышев сейчас где-то рядом с теми севастийскими мучениками. Именно мученики являются основанием церкви. Знаете, как говорят, церковь стоит на крови мучеников. На крови? А почему на крови? А на чем еще? Ну, на хороших делах, например. А, ну да, или на святости. По-гречески мученик – это мартис, что дословно переводится как свидетель. А как связаны свидетель и мученик? Мученик – это человек, который не просто страдает, а перед лицом смерти готов свидетельствовать о Христе. В церкви существует много ликов святости. Ликов святости? Ну, как бы групп различных святых. И одна из самых важных из них – лик мучеников. Не случайно в ранней церкви богослужения совершались на гробницах мучеников. А почему? Почему их так почитают? Ну, потому что для церкви мученичество – это доказательство самой главной христианской истины – победы над смертью, воскресения Христова.
В общем, я понял примерно. Были христианские мученики. Это те, кто отдавал свою жизнь за веру, за Христа. И они святые. А были воины-герои, которые страдали и погибали за Отечество. Угу. Или там за царя, или за других людей, за народ свой. И они тоже совершили подвиг, который, ну... угоден Богу. Точно, и таких воинов много. Да, а в прошлом веке в нашей церкви появилась еще одна особая категория святых. Новомученики российские. Новомученики? Они как-то по-новому мучились, что ли? Вера, нет. Это люди, которые пострадали за веру в недавнее время. В 20-е, 30-е, 40-е, 50-е годы 20 века. Какие же это были сложные годы! Сколько вы уже нам про них рассказывали? Да уж, кто-то на фронте сражался за родину, а кто-то страдал за Христа в лагерях, в тюрьмах. Но подвиг и тех, и других, получается, был угоден Богу, да? Да, Фома, а были и такие, кто в своей жизни соединил оба этих подвига. То есть они и за веру страдали, и делали все для того, чтобы приблизить победу? Совершенно верно. Вот, к примеру, архиепископ Лука Крымский. Он был и исповедником, то есть человеком, который принял страдания за веру, но остался в живых, и врачом, который дни и ночи оперировал раненых на фронтах солдат, спас тысячи жизней. Вот здорово! Я придумал! Я на классном часе нашим ребятам про него сделаю доклад. Он же герой Великой Отечественной получается, раз спас стольких воинов. Только вы нам о Святом Луке как-нибудь подробнее расскажите, пожалуйста. Непременно расскажу. Я очень уважаю его как выдающегося ученого и врача и почитаю как великого святого. В общем, у нас сегодня правда получился взрослый разговор. Серьезный. И путешествие тоже. Я даже как будто стала старше после него. Но... Что, Вер? Я боялась, что будет совсем все тяжело, страшно. А было светло. Потому что такие люди, потому что им Бог помогал. И потому что они страдали и погибали за веру, за правду, за Отечество. Молодцы, горжусь вами, ребят. Михаил Гаврилович, спасибо вам, но нам пора. Вот возьмите жаворонков моих, угостите родителей и бабушку с дядей Валерой. Спасибо, до свидания. Алтайка, тебе тоже спасибо, пока-пока. Пока! Всего доброго, Фома, Вера, храни вас Бог. Вопросов недетских скопилось очень много у Верочки и у Фомы. Ответить непросто, заглянем по-соседски знакомому доктору мы. О личном и сердечном, о жизни, о вере, о мире бесконечном мы спросим опять и опять. О ближнем, о давнем, о главном и неглавном, за чаем с вареньем беседовать так славно. И истину вместе искать, и истину вместе искать. Дорогие друзья, благодарим вас за помощь в создании программы. Ваши пожертвования – это наши новые выпуски.